Ну а мы, ребята, будем тестировать сейчас такую, вот копеечку, милиция Санкт-Петербурга. Давайте попробуем, протестируем ее. Такс. О, работает даже сирена. Сигналочка работает. Нормально, Ладно, пока без сирены был. Сейчас заедем на большую. На большую, Так это куда? Тихо. Опа. А, все, главное не врезаться. Нормально. Все, едем. Так, только в обратную сторону, что-то мы, ребята, поехали. Давайте разворачиваться. Разворачиваться вот так. Аккуратненько. Ну, посмотрим, у нас здесь, в принципе, расстояние небольшое, разбудимся мы или нет. Нормально таки. Какой у него сигнал? Офигеть. Хорошо. Опа, нормально, едем. Так, скорость немножко потеряли. Не, мы конкретно потеряли скорость. О, врезалась опять в стену. Невидимую. Все. Машинка наша разбилась. Смотри, даже тут видно, что двигатель. О, движок работает. Так, сирену сейчас проверим. Да, и сирена работает. Но машинка не едет почему-то. А нет, колеса, смотри. Колеса вращаются, главное. Вентилятор крутится, смотри. Ну, ё-моё, смотри, у него тут даже аккумулятор вылез. Вот аккумулятор. Так, тут не видно. Вот сам движочек, сам двигатель и аккумулятор. И вентилятор. Ладно, давайте перетестируем тачку. Сделаем тест. Еще разокчик. Теперь сирены помню. Фары включим. Все. Поехали. Я предлагаю сейчас протестировать на маленьком. На маленькой рампе. Главное. Ой-ой-ой, что-то заводит, Ничего это было вообще. Машинка. Ты как сюда залезла, елки-палки? Ты что делаешь? Ты же должна была в этот самый по рампе проехать. Офигеть, она просто тупо застряла здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте, ребята, поменяем машинку на желтенькое поедем. Новая игрушка, ребята, на канале. Мы ее ни разу еще не играли. Mad Truck. Давайте посмотрим. Так, новый автомобиль, джип какой-то. И мы играем в гонках. Давайте посмотрим. Так, Египет, уровень 1. Ага. Ё-моё, давайте поедем. Поехали. Так, здесь надо... А, использовать повороты для управления машинки. Хорошо. Так, убили кого-то чувака. Разгонись с литром. Ага, разгоняемся. Уничтожай соперников ракетами. Хорошо, почему бы и нет. Уничтожим всех соперников. Давайте попробуем пройти. Ага, вот они у нас соперники. Будем уничтожать их. Есть. Так, монетки нам вообще нужно собирать. О, нитро было. Поехали с нитро. Ага, все, закончились нитро. Так, кого-то я там убил, да? Чуть-чуть притормозила машинка, и мы ее слопнули. Есть. Сколько, интересно, будет денег давать, я не знаю. О, нитро, отлично. Есть, убили мы еще одну машинку. Так, вот эту сейчас тоже щелкнем. Есть. Так, а мы третий едем. Нифига себе, мы едем третьим. Ладно. Ничего страшного. Есть. Сейчас мы всех уничтожим. Так, а сколько у нас... А, у нас, получается, ребята, еще три ракеты было.
Ну все, прошли, победа, получили уровень, собрали 29 монет, всего 208 монет. Такая вот игрушечка. Египет. Если нравится игра, мы будем ее проходить обязательно. Так что ставь лайк. Тогда... Нифига. Надо посильнее. Посильнее, ребята. Во, отлично, сейчас я попаду. На! Отличная работа написана. Я, да, я мастер. Ребята, я мастер. О, отлично, стреляем. Готово. Заработали. 10 долларов. Так, финишим. Ага, давай сейчас. Оба, отлично. На тебе. Вот это я понимаю, ударчик. 25 монеток еще мне дали. Так, win, я выиграл, открываем сундук. Так, сейчас мы, может, что-нибудь откроем. Костюмчик мы взяли новый. Дядечку этого, который стреляет картами. Против доктора Стинка. Так, ладненько. Ага, вот еще можно как смотреть. Стреляешь так вот, потом что? Опа! Блин, не попал. Не попал, ребята. Так, давай ты стреляй. Ой-о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 й. Стрельнул прям, смотри, а что творит? Что творит? Ну сейчас подожди, сейчас подожди. 117. Опять не попал. Да ё-моё. Ёк-макарёк. А это, смотри, попадает прям в меня специально. Ладненько. Сделаем вот так тебе, чувак. А так не хочешь? Блин, тоже не попал. Смотри, здесь сложно попасть все-таки, а? Так, подожди. Вот так вот сделаем. На! О! Первое попадание, наконец-то. Я запомнил, у меня было. 113 я попал. Значит, надо 115 кидать. Так, давай. Ах, нифига, убило, что ли? Да, ребята, я его убил. Надо еще раз щелкнуть. Значит, 100... Пусть будет... 16 теперь. Все, последний поп... Нифига не попал. Ну ладно. Ребята, открываем сундук, смотрим, что там лежит. 1000 монет. Ну, неплохо. Неплохо. Ребята, если нравится игрушка Bow Masters, то обязательно ставь лайк. Продолжаем играть в машинку. Это вторая серия про машинку эту. Я даже, ребята, не запомнил название. Какой-то там Mad Truck. Кажется, так называется. Но если она интересная, будем проходить. Если есть желание играть, у нее появится у меня. Ну, если тебе нравится игрушка, то обязательно лайк поставь. Ну, вроде бы неплохая. В эту игру я, кажется, играл, ребята. Когда-то очень давно я в нее, ребята, играл. Точно, точно, помню. Припоминаю. Ух ты, дубл килл. Так, двоих я убил. А, интересно, ракетка такая, да, идет. Так, а что у меня здесь? Почему так медленно едем? Алёшки, у меня ускорения нету. Ага, все, хорошо, понятно. Понятно. Так, и там, короче, мы еще прокачиваем машинку в менюшку, когда заходим. Так, и что будет, если... А, нет, все, уже финиш. Мы не узнаем, что будет, если перевернуться. Давайте дальше. 34 монет. О, а так мало денег собирается. Играем в новую игрушку, ребята. Гоночки какие-то. Сейчас посмотрим. Так, нажимай. Машину можно в воздухе вращать. Ага. Ладно, попробуем, проверим. Опа, да. Так, только мы это, пропустили монетку там, или что там, монетки или звездочки. Так, оцените игру попозже. Так, победа, далее. Машинкис. А, Машинкис называется игрушка. Так, все, поехали. Забирай. Ух ты, какой-то ключик я взял.
Так, здесь что такое? О-о-о. Дополнительное вращение. Можно использовать. А-а-а, она еще взрывается? Так, продолжить. Хорошо. Будем знать, что здесь крутиться особо нельзя много раз. Ну, трассы маленькие, да. Трассы короткие. Новичок. А, ну, поехали. Поехали. Старт. Так, тут еще и время дается, прикинь. Тихо. О, меня что-то... Я взорвался, ребята. Так, вернуться на старт. Здесь надо аккуратно быть. Оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо. А назад? Назад ты не едешь? А, она назад не едет. Супер просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.